Сегодня у нас международный конкурс стартапов и бизнес-форум. Здесь выступают спикеры в основном из Российской Федерации, а также выступают спикеры с различных стран, и тут и Россия, Украина, Беларусь. Ну, на самом деле, это достаточно новое для Минска, на мой взгляд, новое мероприятие. Это стартап Pitch, и в том числе некая экспертиза, собранные эксперты с рынка, которые презентуют и рассказывают о том, как обстоят дела не только в Беларуси, но, в общем-то, и в России, и в странах СНГ. Крутой ивент, много людей, очень крутые спикеры сегодня приехали, поэтому мы здесь будем питчить свой проект Stringers Hub. Но кроме этого, здесь будет, я думаю, что классный нетворкинг, плюс мы узнаем много нового от тех спикеров, которые сегодня выступают здесь. Хотелось бы подчеркнуть, что данная площадка, безусловно, дает огромные шансы, потому что здесь очень много людей, представителей из делового мира. Подобные мероприятия – это и есть ключ к ведению начала, допустим, какого-то бизнеса, поэтому мы очень рады, что сейчас находимся здесь. Мы очень хотели добраться до Минска для того, чтобы посмотреть, как живут люди, как живут местные стартаперы, как живут агентства, дизайнеры, разработчики. Вот, пришли сюда, здесь здорово, интересно, классная аудитория, вроде как все по делу, всем интересно получить новые знания, и мы готовы им их дать. Нам подали порядка 400 заявок от стартапов. Мы в финал отобрали 70. И сегодня нам пришлось более грубо сделать отбор, и уже отобрали только 40 команд, которые выступают сегодня. Я здесь докладчик, буду рассказывать стартапам о том, как не отпугнуть инвестора с юридической точки зрения, как обеспечить защиту прав на объект интеллектуальной собственности, как упаковать стартап. Здесь я смотрю очень много народу, очень много стартапов, как я понимаю. Это хорошо, что Беларусь сейчас так бурно развивается стартап-движение. На самом деле, я надеюсь, что будет происходить некая популяризация стартап-культуры и, в принципе, наконец-таки начнется сдвиг. На мой взгляд, будущее именно за небольшими странами, за странами, которые умеют быстро адаптироваться как в плане законодательства, так в плане и интересных проектов. Я надеюсь, что в скором времени вот именно Беларусь придет к этому, будет именно передовой страной в плане инноваций, в плане стартапов.